Всем добрый день! Сегодня 5 мая 2020 года, и нашим малышам исполнился 21 день. Сейчас у нас будет очередное взвешивание. В 21 день после взвешивания мы малышей начинаем готовить к первой вакцинации, первой прививке. Для этого мы щеночков глистуем. То есть вот сегодня 21 день. Такой препарат, суспензия, которую получат наши малыши по строго по весу. Называется паразицит. Этот препарат нам нравится. Мы им пользуемся уже долгое время. Когда малыши получат этот препарат, это будет все занесено ветеринарный паспорт. Глистуем мы на 21 и 45 день. И в 56 дней у нас будет первая вакцинация, 8 неделек. То есть все идет постепенно. Вчера малышам мы подстригли ноготочки, потому что они очень быстро растут и царапают мамочку. Ну и друг друга, конечно, могут повредить и глазки, поэтому нужно за этим следить. А также в 21 день после родов мы начинаем второй раз, двукратно, колоть мамочку глюконатом кальция во избежание эколампсии. Щенки как бы уже в этом возрасте высасывают большое количество молока, и по весу они, наверное, уже больше, чем сама мамочка все вместе. Вот, мама нужно следить, чтобы очень хорошо кушала. Радужка у нас очень хорошо кушает, я часто ее кормлю. Даю витамины собака-мама. Но и плюс вот мы прокалываем по рекомендации ветеринара глюконатом кальция два раза во время вскармливания щенков. Будем колоть один раз в сутки, 5 дней подряд. К тому же наш помет считается очень большим, многоплодным. Дело в том, что чаще всего чихуахуа рожают, ну, стандартно, это как бы 2-3 щенка. Бывает 1, 5 это очень много. На моем опыте у нас было и 7 щенков, и не раз. Вот, и нужно очень серьезно контролировать любое количество щенков, особенно когда помет вот такой вот многоплодный. Так что мне сегодня будет чем заняться чуть позже. Вот. А сейчас мы взвесим наших малышей, потому что препарат мы, конечно, даем строго по весу. Очень удобно этот Прозител, потому что там идет 1 миллиграмм на килограмм веса. Очень дозатор есть, очень легко как бы набирать и давать малышам. Суспензия жидкая, сладкая. Они ее, конечно, очень не любят. Так, это наша красавица с счастливым пятнышком, которую зовут Комета. Настоящая комета, активная. Такая белая с шоколадными отметинами. И хорошо проявился уже шоколадный краб, который будет еще больше у нее позже. 500. Пятьсот пятьдесят восемь граммиков. Давай, малышка, буду записывать, а показывать вам щенков. Ух ты! А ну-ка, дайте-ка еще раз. Ну, 559. И что я вам хочу сказать? Вчера у нас было 556. Ну, я так думаю, что это вчера у нас попрыгали весы, потому что вчера было плюс 27, а сегодня плюс 3 грамма. Даже если так, то ничего в этом нет страшного. Девочка активная, это сразу видно. Поэтому это вполне вероятно. Так, наша красавица с мушкой на щечке. Звездочка. Прекрасная малышка. Пятьсот тридцать шесть. Вот сейчас мы проверим, сколько мы набрали. Ну вот, пожалуйста, 536, а вчера было 532. Что говорит плюс 4 грамма, что говорит о том, что щенки стали ходить. Вот оно сразу и видно. Так, иди, моя малышенька любимая. Тоже девочка белая с шоколадными отметинами, шоколадным крапом. Очень курносая, красивая, вроде бы длинношерстная.
пока мы такие вот 516. Ну вот видите, а мы набрали. Сегодня спали, наверное, больше. Тут у Венеры 516. Это плюс 24. Как по-разному детки кушают. Намотались уже с утра, тут уже ходили такие шкодяки хорошенькие. Так, ты моя любовь. Белая любовь. Малыш, мальчик, Юпитер, 300. Ой, боже мой, 500. 40. 545. Молодец, зайчик. 545, это плюс 12. Космос. А космос — это вообще какое-то невероятное чудо. Бурундучок. Ну-ка, сколько ты у нас набрал? 582, да? Вот, прыгает. 581, да, когда останавливается. 581, ну, малыш набрал 19 граммиков. Мальчик. Ну, сказать, кто больше двигается, кто меньше. В принципе, вот так и есть. Вот девчонки, они какие-то такие. Вот особенно Комета, она Комета. Вот имя все-таки, наверное, имеет значение. Я в этом убеждаюсь с самого малого возраста. Вот такая вот прелесть. Юпитер, космос, Комета, Венера. Где моя прелесть, звездочка? Она хорошенькая. Меняются дети, хорошеют. Все, всем всего доброго, доброго, доброго дня. Пусть исполняются ваши желания. А мы будем вас радовать нашими видео. Если будут какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь. А у меня еще дела. Дегерметизация. И мамочку нужно уколоть кальцием. Всем пока и до завтра.